Вот я прожил в этом прекрасном месте, в городе субтропиков, весны и лета уже больше месяца. Немножко обжился, как-то уже почувствовал, что я давно и долго здесь живу. Закончились праздники, которые приходятся на весну. Сегодня начинается Масленица, и следующие праздники в основном это на майские дни приходятся. Я думаю, что на майские дни мы с вами со многими встретимся. Там есть и большие каникулы, и тепло, и вам будет удобно приехать в Сочи. Но я вот сейчас не только вас приглашаю в город Сочи приехать, но даю некоторую вот такую акцию, преференцию до майских праздников. Эта акция заключается в следующем, что вы пишете мне письмо о своем психологическом запросе. Я вам отвечаю бесплатно на него. Вы можете мне позвонить на Skype, потому что некоторые говорят, ну это очень долго, нудно писать на Skype. То до 15 минут я вам бесплатно, ну, разберем ваш психологический запрос, отвечу на ваши какие-то недоумения, какие-то вопросы, которые касаются вас лично. Это не консультация, это ориентация в том, что вам потребно изменить, что вы пока не понимаете, куда, как говорится, рвануть, какие, может быть, ролики приобрести, может быть, записаться в нашу психологическую школу, может быть, приехать на наши тренинги. Вот давайте с вами интерактивно, начиная с 9 мая, марта, апрель, вот полтора месяца, почти больше, чем полтора месяца, поговорим вот в этом свободном режиме, буковками, речью через Skype. Ну, мало ли что, может быть, вы просто позвоните мне по телефону. Вот эти все контакты есть, обращайтесь. Я отвечу на любые ваши вопросы. И это не просто какая-то такая бесплатная акция. Эта акция направлена на то, чтобы сориентировать вас вот в вашем психологических каких-то запросах, в психологическом недоумении и решении качества вашей собственной жизни. Итак, друзья мои, у нас более 45 дней есть возможность общаться напрямую письмом или скайпом до 15 минут. Я жду вас. Только когда вы в скайпе пишете, вы сразу не звоните, может быть, я занят. Вы просто напишите: Юрий Николаевич, я хотел бы с вами поговорить 15 минут. Я выделю время, освобожусь и с вами обязательно переговорю. А письмо вы просто посылаете на мой контакт, на мою почту, и я вам отвечу буквально в этот же день. Позже или раньше, но в этот же день. Так что, друзья мои, у нас есть 45 суток, чтобы разобраться. Давайте разбираться. Я жду ваших вот этих сообщений.